Всем здравствуйте! Вы смотрите видеокурс по 3D-моделированию на базе программы 1.2 3D Design. Тема сегодняшнего урока – мы будем создавать кафедральный собор в Вашингтоне. Сейчас мы на него посмотрим и приступим к созданию. Во-первых, он имеет, как можно заметить, форму креста. Спереди имеются несколько башен, схожих с той, которая находится по центру. И также имеются очень большое количество арок в данном сооружении. Итак, приступаем. Для начала нам нужен куб, из которого мы сделаем основную базовую форму нашего собора. Мы его немножко шире сделаем, 25, и значительно длиннее. Длина пусть будет 125. Принимаем размер, копируем, Ctrl-C, Ctrl-V, разворачиваем на 90 градусов по горизонтали. И немного сдвигаем наверх. Далее, здесь мы уменьшим его длину, пусть будет 110. Теперь мы немного его поднимем. Зажимаем Ctrl на клавиатуре, отмечаем оба куба и поднимаем их в высоту. Принимаем размеры. Теперь нам нужно установить крышу. Крыша покатая у основного корпуса. Основной корпус делится на два этажа. Значит, у него должна быть четная высота. Пусть будет 44 тогда. И потом идет крыша. Чтобы сделать крышу, мы будем использовать вот эту треугольную фигуру. Мы зададим ей точно такую же ширину. 25. Высота, в принципе, может сойти, но мы ее немного увеличим. Теперь задаем ей длину. Длина должна соответствовать нашим основным корпусам. А это 110 и 125. Далее для их установки мы просто используем инструмент Snap. И тут одну из крыш мы развернем на 90 градусов. Крыши мы установили, но на этом наша работа с ними не закончена. Дело в том, что спереди здесь имеется бордюр на здании, а крыша немного заходит за него, она не выделяется здесь, значит, она должна быть с этой стороны чуть короче. Мы просто берем, выбираем сторону, наводим на вот эту шестеренку и выбираем инструмент Press and Pull и сокращаем крышу вот сюда. Я думаю, 5 миллиметров будет, в принципе, достаточно. Если что, мы можем ее потом подтянуть. Теперь нам нужно соединить эти фигуры. Да, сбоку здесь точно так же находится бордюр. И здесь мы немного подтянем крышу. Отметим их. Пять миллиметров. Ну и сзади поступим, наверное, точно так же. Потому что с задней стороны нет практически ни одной фотографии, где был бы виден этот собор сзади.
но скорее всего там симметрично. Итак, основной корпус мы сделали. Теперь нам нужно сделать арки и вот эти башни. Начнем, пожалуй, с задней башни, так как ее будет сделать проще. Мы возьмем куб, предварительно, да, даже куб можно не брать, мы просто возьмем, скопируем корпус, и зададим ему одинаковую длину и ширину, а именно 25. И увеличим высоту. Пускай высота будет 90. А теперь мы установим его на пересечении двух основных фигур нашего корпуса. Взглянем, стоит ровно. Обратим внимание еще раз на картинку. Он должен быть выше. Сделаем его еще выше. Можно его использовать Smart Scale, а также можно его просто поднять, потому как его корпус, корпус этой башни, не выходит за пределы данных вот нескольких фигур. Поэтому я его могу поднять. Теперь нам все равно требуется арки. Мы сейчас сделаем арку и оставим ее на некоторое время. Для создания арки я уже говорил в прошлых видео, как мы создаем арки, их форму. Они, в принципе, довольно-таки распространены в архитектуре, поэтому мы их постоянно создаем. Есть два способа сделать арку. Во-первых, использовать куб и цилиндр. Вот таким вот образом. Но это подходит только к круглым аркам. Здесь же арки немного заострены кверху. В данном случае мы используем треугольник. Вот этот. Вот эту фигуру. Берем инструмент Snap, устанавливаем поверх, уравниваем ширину. Немного понизим, высоту уменьшим этого треугольника. Соединим эти две фигуры. Сгладим острые края сверху, только сверху, снизу не нужно. Сделаем вот так и немного сверху сгладим. Совсем малость, чтобы не выделялся вот этот уголок. Теперь еще раз сравним. Немного не так выглядит. Мы немного сократим высоту уже соединенной арки и продлим ее вниз. Итак, форму мы подкорректировали. Теперь мы ее на некоторое время, как я и говорил, оставим. Арки мы будем устанавливать потом. Сперва закончим с фигурой нашей башни. Вот этой вот центральной. Теперь по центру у нее находятся по три арки с каждой стороны. И по краям она имеет вот такие вот еще несколько башен. Я так полагаю, что они круглой формы и заострены конусами. Поэтому я возьму конус
Ой, то есть цилиндр. Сделаю его высоким и тонким. Пусть будет 5. Нет, 5 слишком мало. Пусть будет 8. На 8. Теперь я использую конус, чтобы поставить его на макушку. Устанавливаем конус. Задаем ему аналогичную длину-ширину 8 на 8. Мерч. Соединяем. Установим его по центру нашей фигуры и спустим его вниз до того момента, когда он будет похож на вот эту фигуру. Сходство имеется, можно распределять вот эти штырьки на нужные нам места. Немного выходит, как в принципе в оригинальной, в оригинальном соборе выходит за пределы. Нужно сделать ровненько 11. Так, копируем, передвигаем на нужное расстояние, отмечаем обе башенки. Копируем, передвигаем на снова на 22 миллиметра. Смотрим еще раз, нет ли чего сверху. Нет, сверху на этих башнях больше ничего нету. На мой взгляд, они слишком большие, мы их немного уменьшим. Вот эти штырьки. Передвинем. Немного несимметрично вышло, поэтому я передвигаю. И вот с этой стороны тоже передвинем вовнутрь. Отлично. Теперь все симметрично. Перейдем к созданию арок. Сначала сделаем арки на этой башне, потом на всей остальной постройке. Да, предварительно я, пожалуй, скопирую данную фигуру и размещу ее вот здесь, возле входа. Как мы видим, та башня, которая сзади, она выше, чем те башни, которые спереди. Поэтому мы сперва опустим вот эту вот переднюю башню, будущую. Опустим. Поставим здесь. И перейдем непосредственно к созданию арок. Во-первых, они намного тоньше и длиннее, чем наша. В принципе, по своим пропорциям. Поэтому мы делаем копию, удлиняем эту арку, делаем ее меньше по размеру. Устанавливаем ее мы на
башню, немного ее поднимем. Пропорции нас устраивают. Догоняем размер так, чтобы на башне поместилось 3 таких. В принципе, вот этого будет достаточно. Мы поднимем ее. И введем немного вглубь данной башенки. Еще раз посмотрим на основную картинку. Сверху находятся арки более длинные, снизу более короткие. Мы сделаем точно так же. Приблизимся, протянем вниз. Скопируем. Тоже немного вниз. Здесь мы сократим, чтобы она не вошла в крышу при спуске. И продолжим перемещать. Все-таки немного входит, мы еще чуть-чуть сократим. Подтянем кверху, убедимся, все отлично. Возьмем зум, немного отодвинемся, и нам здесь, обратите внимание, что эти арки, они нам еще понадобятся вот здесь, поэтому мы берем их сейчас и копируем в отдельное место, чтобы потом не производить те же манипуляции вот с данной аркой. Как бы у нас уже есть готовые, мы просто сохраняем их в резерв и потом будем использовать. А теперь заканчиваем здесь. Мы зажимаем Ctrl, копируем Ctrl-C, Ctrl-V, перетаскиваем на право. Да, кстати, штырек тоже нужно скопировать. Мы его перетащим тоже. Соединим саму башню. Продолжаем делать арки. Ctrl-C, Ctrl-V уже налево. Зажимаем Ctrl, отмечаем эти 6 арок, смотрим сверху, примерно по центру, Ctrl-C, Ctrl-V, перемещаем их с другой стороны, не выходит за пределы, не выходит за пределы. Теперь точно так же поступаем здесь, отмечаем Ctrl вот эти вот несколько фигур. С обратной стороны производим те же самые действия. Жмем Ctrl-C, Ctrl-V на клавиатуре. Разворачиваем на 90 градусов. Мы отметили не все, как вы могли заметить, поэтому нужно быть повнимательнее. Так. Отмечаем абсолютно все арки, зажав Ctrl, чтобы потом все их скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V, разворот на
90 градусов. Все у нас симметрично. Теперь используем инструмент Subtract из кладки комбайн башенка и отмечаем эти арки. Отметили все арки, жмем Enter. Отлично. Форму мы повторили. Возьмем зум, немного отдалимся. Продолжаем наш процесс создания. Взглянем сюда. Да, сбоку у нас по бокам находятся вот такие же штырьки. Отодвинем пока этот штырек сюда. Сделаем же его копию. Состыкуем его вот здесь с краю. Взглянем на него сверху. Немного приблизимся. Нужно расположить его так же, как и оригинальный. Вот таким вот образом он немного выходит за пределы. Здесь, в принципе, нам полная точность, полная симметрия не особо нужна, потому что мы делаем лишь модель. Забыли здесь вырезать арку. Сперва мы его сократим. Точнее, сперва мы его, конечно же, опустим, а потом уже сократим. Опустим. Вот такой вот высоты он будет. Теперь можно его сократить, либо же просто отрезать вот этот вот край. Мы берем, заходим во вкладку Modify, выбираем инструмент Split Solid. Сперва кликнем на штырек, сменим вкладку, выберем вот эту поверхность, отрезаем, удаляем оставшуюся часть штырька. Теперь мы его скопируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Расположим симметрично вот здесь. Нажмем на Ctrl, Ctrl-C, Ctrl-V. Будем располагать его с противоположной стороны абсолютно симметрично. Убедимся. Здесь он слишком сильно выходит, мы немного возьмем и введем внутрь. И, наверное, в принципе, да, справа он тоже сильно выходит, поэтому мы выводим его внутрь. И здесь на миллиметр. Так, 0,5 минус 0,5. Здесь мы поступим немного иначе. Мы здесь, в принципе, можем ничего не менять. Хотя, передвинем. Да, достаточно. Теперь, если нам что-то... Если вот на этих башнях нам что-то мешает, мы это можем в любой момент срезать. Возьмем, отдалимся. Нам нужно
нужно сделать большие арки, которые находятся на торцах нашего собора. К примеру, та, что на входе. Мы берем сначала эту, копируем ее, передвигаем сюда, перетаскиваем. Потом мы возьмем магнит и установим ее по центру вот здесь. Размер меня устраивает этой арки, мы ее немного опустим. Продлим ее вниз. Хотя сначала мы сделаем другое. Мы ее скопируем. Так как мы знаем, что ширина вот этих нескольких фигур у нас одинаковая, высота тоже, значит и арки, которые на них располагаются, они одинаковой формы, ширины и размера. Поэтому нам будет лучше установить их все разом и все разом их вырезать. Это сэкономит нам немного времени. Возьмем, размещаем. Снова копия. Берем инструмент Snap. Размещаем здесь. Вводим внутрь. Да, вводим на одинаковое расстояние со всех сторон. 2 мм и 2 мм. Теперь нам нужно продлить их вниз, потому как на основной картинке видно, что пола они не имеют. Они не имеют какого-то порога, поэтому мы продлим их вниз. Возьмем инструмент Press and Pull, отметим дно всех трех арок, протянем их вниз. И, в принципе, не имеет значения, насколько мы их протянем, потому как их, в принципе, больше и не будет. Нам нужна только их форма. Мы будем их вырезать сейчас. Так, да, сперва соединим наш собор, потому как он еще стоит у нас раздельный. Можно соединить также вот эти штырьки и основную башню. Соединили. Теперь можно вырезать. Берем инструмент Subtract. Enter. Мы вырезали. Теперь, прежде чем перейдем к этим нескольким башенкам, нам нужно обратить внимание на то, что тут внутри, что здесь, что с других сторон, имеются вот такие вот круги. Мы особо детально их прорабатывать не будем, но мы их тоже сделаем. Мы сделаем их при помощи цилиндра. Вот этот вот узор. Поставим цилиндр. Точно так же действуем. Копируем. Инструмент Snap устанавливаем сбоку. Точно так же. Инструмент Snap с другой стороны. Теперь мы отмечаем их при помощи Ctrl и поднимаем вот здесь. Расположение устраивает. Теперь можно вводить их внутрь. Я буду вводить точно так же на 2 мм. Тут минус 2. Так, убедиться, что внутри. Отмечаем, задаем 2. Потому что здесь стрелочка направлена в ту сторону. И берем инструмент Subtract. Отмечаем корпус и три цилиндра. Жмем Enter. И готово. Форма круга у нас тоже имеется. Теперь нам остается сделать балкон и башни. И еще несколько арок. Для начала, пожалуй, сделаем
Балкон. Над балконом мы заморачиваться не будем. Мы просто возьмем куб, обычный куб. Сделаем его более тонким. Пусть будет 7 миллиметров. Установим его вот здесь, чтобы он немного выходил за пределы. Увеличим его ширину вот сюда. Нужно, чтобы дошел до конца. Да, получается, если здесь он будет 48, это получается на 28, и в другую сторону нужно его увеличить на 28. Здесь мы обратно его уменьшим. Чтобы не производить какие-то лишние действия, мы сейчас просто зададим уравнение данной, не уравнение, задачу вот данной шкале. Получается, у нас размер основной 20, а мы в одну сторону увеличили его на 28, плюс 28, плюс 28. Жмем Enter, он нам все просчитал. Да, он способен выполнять, эта программа способна выполнять умножение, деление, сложение и вычитание. И это нам может очень часто помогать, но я этим, правда, редко пользуюсь. Заборчик мы сделали. Здесь я его немного сокращу, хотя нет, не буду сокращать. Скопирую. И поставлю его также с торцов. Тут я его разверну на 90 градусов. Изменю его размер. Ширину по ширине самого корпуса. Посмотрю здесь. Да, он ниже. Сделаю его ниже. Вот здесь, вот так. Копирую. Ctrl-C, Ctrl-V. И установлю его точно так же с обратной стороны. Здесь мы немного его введем внутрь на 1 мм, чтобы он сильно не выпячивался. Тут точно так же. Один миллиметр, всего один. И здесь мы, в принципе, не производим каких-то действий, потому что здесь он должен у нас выходить за пределы основной фигуры. Это касается башен. Хотя поравнять его можно все-таки. Я это сделаю сейчас, просто протянув при помощи инструмента Press and Pull даже немного за пределы данного забора. Совсем на немного. С этой башней точно так же можно поступить. Мы ее просто передвинем вперед. Предварительно мы ее сократим. Сейчас объясню, почему. Так, 2 миллиметра. За пределы сильно не уходит. Все-таки нужно на 1 миллиметр смещать. Так, теперь
Мы его сократим в высоту. Опустим. И сейчас объясню, почему я это сделал. Почему все именно так? Потому что внутри башни здесь они тоньше. Вот эти вот несколько башен, они тоньше. Эти толще. И они почти поровнены здесь. Единственное, что мы не можем увидеть достаточно хорошо, как здесь относительно друг друга стоят вход и вот эти колонны. Вот эти вот большие колонны. Поэтому придется нам делать это на глаз. Здесь мы поступаем следующим образом. Мы скопируем вот эту башню. Мы ее поднимем. То есть не поднимем, а переместим в обратную сторону. Вот сюда. На 40. Разместим. Так, 40 будет, похоже, маловато. Делаем копию. Да, на 50. 50. Высоту наладили. Немного она ходит. Теперь. Я немного поспешил с этим процессом, но сначала нужно сделать арки. Иначе нам придется в два раза чаще их делать. В два раза больше арок. Мы используем вот эти вот арки. Возьмем инструмент Snap. Установим одну здесь. Развернем на 90 градусов. Чтобы стояла вертикально на 180. Немного ее поднимем теперь. Нет, поднимать ее не нужно. Она на своем месте. Мы сократим ее высоту тогда. Немного опустим и сократим высоту. Она находится под забором. Под вот этой бордюркой. Здесь мы сократим ее высоту. Вот так вот. И здесь они шире. Поэтому мы изменим еще и ширину. Можно даже в два раза. Пусть будет ширина, ну, 8. Условно. Условно будет 8. Передвинем сюда. Сделаем копию. Разместим их более-менее симметрично по относительно самой башни. Снова посмотрим на картинку. Сбоку таких точно две. Точно так же разворачиваем на 90 градусов. Передвинем сюда. Немного входит в корпус. Установим путь примерно по центру. Да, вот в таких моментах, когда у нас много каких-то более мелких деталей, несложно запутаться. Поэтому используйте цветовую пометку. Мы берем любую фигуру, заходим в материал, меняем цвет, допустим, вот оранжевый, тык-тык-тык, закрываем и
у нас ничего не сливается. Так, посмотрим. Да, теперь можно вырезать. Берем инструмент Subtract из складки комбайн. Отмечаем сперва башню, потом вот эти арки. Enter, вырезали. Выглядит прилично. Теперь поставим точно такую же арку снизу. Да, и в основном корпусе мы ее тоже сейчас установим. Хотя, можно, в принципе, этого не делать, так как мы делаем всего лишь примерно похожую фигуру. Делаем копию вот этой башни, разворачиваем его на 180 градусов, потому как мы проделали отверстие только с трех сторон, а не с четырех. В остальном же перемещаем ее на 50 миллиметров. Отлично. Теперь нам нужно сделать точно такие же башни, как здесь. Хорошо, что мы сделали копию арки. Мы устанавливаем здесь при помощи магнита куб. Он у нас 20 на 20. Мы делаем его чуть-чуть больше. 21 на 21. Или можно даже 22 на 22. Это мы уже действуем, исходя из того, что сама колонна, которая ниже, вот эта, с которой мы сейчас работали, она имеет ширину, длину 25. Продлим наверх. Немного совсем. Как я уже и говорил, их длина не должна превышать... их высота не должна превышать высоту вот этой вот башни. Она значительно выше. Устанавливаем высоту. Теперь нам точно так же нужно установить на него штырек. Делаем его копию. Приближаем. Так как на основной башне этот штырек точно так же, нам нужно его установить, но основная вот эта центральная башня, она у нас имеет размер больше, чем вот эта, поэтому штырек мы уменьшаем немного. Вот этого будет достаточно. Располагаем его по краям. Смотрим сверху. В принципе, стоит ровно. Делаем точно так же. Ctrl-C, Ctrl-V. Делаем такой же штырек. Располагаем его здесь. 20. Тут можно. Можно их, кстати, расставлять по диагонали, это несколько сократит время. Копируем и берем разворот по горизонтали на 90 градусов. Вот таким вот образом. Все стоит ровно. Соединим.
И остается сделать арки. Используем инструмент Snap. Поставим его здесь. Развернем на 90 градусов. Даже на 180. Теперь посмотрим еще раз на картинку. Здесь две арки, которые довольно-таки высокие. Разместим вот здесь ее. Протянем ее вниз. Делаем копию. Устанавливаем здесь, чтобы небольшое расстояние между ними все же было. Вводим внутрь 2 миллиметра. Делаем копию. Сразу двух перетаскиваем сюда. Так, сейчас она должна входить тоже на 2 миллиметра. Берем Ctrl, клик-клик, Ctrl-C, Ctrl-V, разворот на 90 градусов и вырезаем при помощи инструмента Subtract. Enter. Готово. Можем копировать, перемещать на 50 миллиметров. В принципе, можно считать ее готовой. Только сначала мы возьмем и обрежем оставшиеся здесь штырьки. У нас есть бордюр. Сейчас я покажу, как быстро это обрезать. Мы соединяем вот эти вот две фигуры. Кликнем сюда. На основную фигуру возьмем инструмент Hide, скроем. Здесь мы возьмем инструмент из вкладки Modify Split Solid. Кликнем на вот эти башенки. Сменим здесь вкладку, отрежем, удалим, delete, проявим вот здесь снова нашу фигуру, и вот этих лишних цилиндров нету. Теперь мы можем соединить просто всю фигуру и жмем Enter. Вот таким вот образом мы сегодня с вами сделали еще одно здание, достопримечательность. Вы можете ее, конечно, доработать, сделать более похожей, но я показал вам основной принцип, как нужно делать вот это сооружение. Постепенно у нас уровень сложности на наших курсах растет, мы развиваемся. Фигуры становятся все сложнее. На этом сегодняшний урок закончен. Кафедральный собор мы сделали. Всем спасибо. До свидания.